Этому Кевину, как всегда, больше всех надо. То на самолете, он то не знает на чем. Но сейчас посмотрим, что на этот раз он придумал. Зачем ты так? Не ругайся сразу. Сейчас посмотрим. Может, на самом деле интересная штука. Смотрите, вон они летят. Вот летят, это они. Смотрите, это супер злодейский самолет. Видите, он какой мощный. Да, это просто шок. Это шок для нас. Это просто шок. Это просто шок. Да. Как они, интересно, оттуда будут спускаться с такой большой высоты. Ой, смотрите, смотрите, по-моему, кто-то спускается. Там же открывается какой-то люк. Это же Кевин, это Кевин. О, какой у них лип. Ну что, парни, всем привет. Вы когда-нибудь увидели такое чудо? А сейчас вы увидите самое интересное. Как Стюарт вылетит с этого самолета. Как это вылетит? Прям с самолета с креслом вместе, что ли, вылетит? Ну, здесь Кевин что-то загнул. Как это он оттуда вылетит? Сами сейчас все увидите. Смотрите наверх. Итак, друзья, смотрите. Смотрите все внимательно. Раз, два, три. Запуск. С мягкой посадкой тебя, Стюарт. Вставай, вставай, чего лежишь? Со мной все в порядке, не переживай. Нас этому обучали. Вот видите, как нажал на кнопочку и вылетел. Ничего не надо, никакие веревочки, никакой лифт не нужен. И я уже на земле. Вот так вот срабатывает катапульта. Вот так вот катапультируются космонавты и летчики. Вы это сейчас все видели наглядно. Вот такой вот у нас самолет. Слушайте, а что за пушки у вас по бокам вашего самолета? Что, они тоже стреляют? Конечно, стреляют. Еще как метко стреляют. Сейчас, хотите, покажу? Смотрите, сейчас я продемонстрирую. Все наблюдайте внимательно. Подвиньтесь, подвиньтесь, подвиньтесь. Подвиньтесь, я сказал. Кевин что-то такой важный сразу стал. Зазнался. Если пилот, значит все. Самое главное думает, наверное. Итак, поднимаюсь. Наверх. В кабину пилотов. Люк сам закрывается автоматически в нашем самолете. Посмотрите, как это происходит. Прошла полная фиксация двери. Дальше я прохожу в кабину пилота. Отсюда по самолету. Видите меня? Вот, это я. Теперь я иду дальше. Ну вот я и в кабине пилота. Так, сейчас я разворачиваюсь. Ищу цель. Ищу цель. Попрошу всех отойти подальше. Это небезопасно. Итак, ищу цель. Первый выстрел левой пушкой. Итак, готовлюсь. Левая пушка. Огонь. Точное попадание в банан. Это был отличный выстрел, ребята. Отличный выстрел, Кевин. Ты мастер. Отлично. Итак, следующая пушка. Следующее дерево. Смотрите внимательно. Навожу на цель. Точно в цель. Ну ладно, ребят. Вот мы вам показали, какой у нас теперь самолет. Так что мы полетели дальше. Все, всем пока. Я пошел. Да, ну все, пока, 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 ребят. Классный у вас самолет. Пока, всем пока. Ну все, всем пока.